Перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Неужели я что-то пропустил? Ох ты, боже мой, это что, новое видео? Это что, я? Это я у него там на превью? Может, и видео тоже про меня? Ладно, я на самом деле смотрел. Издевайтесь сразу же. Но давайте-ка глянем. Окей, базар. Базар, давай. Давай. Давай, сучка, давай. Бля, я вообще на самом деле вот с этого чувака ах, в ахуе. В приятном ахуе. Прибавлю-ка я себе громкости чуть-чуть. Слышите, как он вокал режет? Вот это, крутой, ва-ва. Не, блядь, ну типа, этот чувак, он просто, это гений. Я базарю, ну-ка я прям лайк вибука сейчас. Ай, аккаунт не... Ай, ладно. Ну ты что делаешь? Давай. Блядь, вот что вы думаете, что я хожу? Я даже что ли? Ну, такое, знаете, ну неплохо, нахуй. Нет, да, потому что этот чувак, блядь, он уже профессионал. Так, далее нам нужно выбрать подклад. В принципе, супер, можно оставить уже лайк. Следующим делом мы ищем хай-хэт, чтобы звучало охуенно. Респект. Это сука такая, бля, а я такой, бля, я не все такие, бля, я, наверное, напиздел. Охуенно. Я ничего не могу сказать. Окей. Сразу вам, ну, блять, чтобы вы там не въебывались потом. Не стоит это нарезать, как там, ой, реакции стримеров, там, ММА. Охуенно, и все. Охуенно, охуенно, качественно, пиздато. Работа охуенная. Сегодня у моего кореша. Вот что я хочу, действительно, что я хочу. Если есть дисклеймер, это значит уже, значит видео будет хорошим. Я царица, только потеряла корону. Как Марьяна, делаю песни с самой иронией. Я как ангел, но правда потеряла крылья. Часть моего стиля. О, бля, вот но я не страдаю, как сука. Мама говорит, потаскуха. Напиздела, что не пишут парни, все жалели принцессу. Самообразование, никакого прогресса. Но я бухаю, как батя. Попробуй пизданить, типа хватит. Я заваливаюсь в клуб, все лохи боятся. Они знают, пьяный я чужого, это мастер. Опять это по новой по утрам. Так, ну вообще-то теперь другого где-то. Кто-то блюет не на сиськи. Опять это по новой по утрам снова хреново. Ой, вообще хуй. Ну, что за звук? Пьяные, 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 пьяные ночи ритм. Да, не прекрасен как бы. Хаю, 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 регулярно в говно. Я такая пьяная. Бля, это же... Это типа отсылка к астрономии, да? Охуенно. Бля, кто музло делал? Не указано, а ладно. Бля, охуенно. Вы вот... Я не знаю, вы меня смотрите, насколько вы, блядь, молодые, я должен вам показать астрономию, что такое, чтобы вы понимали. Так, по-моему, вот это оно. Астрономия — это трек, под который все танцевали в лагере Тектоник. Он не он? Да, да, да. Трилпил Тектоник.
Это просто так охуенно. Вот, вот он, ой, вот. Как достать соседа? Как достать соседа? Бля, ты посмотри, какой... Это Олежа чисто наш. Вот он, вот он, вот он, вот оно. New school пошел. Давай, братан, покажи, как достать соседа. А? Как достать соседа? Аптека, аптека. Бля, врыв проебал, сука, как я его люблю. Бля, ты смотри, как с душой просто, просто вот сразу смотришь на него и думаешь, вот он, youngest flexer, вот он выебет весь new school через несколько лет. Вот он хуячит, блядь. Ой, красавчик какой. Если чё, я Трилпила на самом деле обожаю. Обожаю и уважаю, серьезно. Никакого дизреспекта. Да, раньше вы можете заметить, могли заметить, вы говорили, типа, го, там, изи рэп на Трилпила, да, или чё ты думаешь про Трилпила. Я всегда говорил, что это полная хуйня, и я не считаю это творчеством. Сейчас я готов взять слова обратно, даже извиниться, окей. Потому что Трилпил — это ёбаный гений. Возможно, я стал тупее, или, может быть, у меня перевернулся мозг. Но сейчас мне кажется, что Трилпил — это ёбаный гений. Потому что я немножко... как бы это вам сказать? Вышел, наверное, за рамки своего понимания. И вот просто понял, что немножко узко смотрел на мир в целом. Не только на Трилпила, а вообще на мир. И Бузова прекрасный человек, нахуй. И Трилпил охуенный, нахуй. И я вам больше скажу, Лизер охуенный, блядь. То есть, просто не скоро до России с нашим менталитетом это все дойдет. Очень не скоро. До меня даже, видите, только что это дошло. Хотя я вроде, типа, тоже молодой, там, новое поколение, вся хуйня, ебать, new school, ебать. Но нет, чуваки... Да, со временем это обязательно дойдет.